Ну что, всем привет. У нас сегодня тут много дел, сталкеры. Вот. Топаем пока в сторону. Короче, походу там болото у нас. К Сидоровичу надо заскочить. Вот, задание повыполнять по дороге. Так. И агропром там еще заскочить. Там надо ящик какой-то подлутать. Типа там с выжигателем мозгов что-то связано. Так, да, сюда, на Росток и на Агропром метнуться. Иду, иду своей дорогой, не переживай. Я разгрузился, скинул там РПКшку эту с патронами. Ну типа с понтом, нахрена мне столько оружия, да? Все равно эту РПКшку не использую, а вот с перевесом я мучаюсь. Так что пускай пока полежит тут на базе долго. Может, когда меня достанет эта доска, я возьму что-нибудь другое. Но пока вроде мне с ним по кайфу бегать. Нормальное оружие, хорошо валит там мутантов, людей. Всех подряд, короче, хорошо месит. Калибр хороший. Какие-то крупных мутантов тоже хорошо там ходить, там на кровососов. Давай я еще похаваю немного. О! Я бы, конечно, подхилялся бы немножко вот так вот. Чисто номинально. Чтоб хп были полные. Так, я смотрю, вам там видно, вроде нормально должно быть. Хотя я вроде тут типа, ну, видели там, может, в прошлой серии, если смотрели, отсыпался типа прям под утро. То есть сейчас должно быть уже рассвет. Сколько у нас по КПК времени сейчас? 4 утра. Ну да, скоро, в принципе, по идее, должно светать уже. То есть дойдем мы уже засветло. Ну, скорее всего. Конечно, может быть, я лучше лишний часик поспал бы. Короче, в следующий раз так и буду делать. Когда уже светло выходить там. И 4 там утра вставать, там в 5 хотя бы 6. Вот. Ну так уже светлеет. Так уже, в принципе, все видно. Вот. Наблюдаю. На втором экране, скажем так, за картинкой все видно. Так, и давай музяку потише сделаю. О, слушай, если я топаю туда к Сидоровичу, если я избавился от одной пушки, я могу выполнить еще один квест. Я могу купить, короче, этот ТОС с прицелом. Ну, там нужен был одной девчонке на кордоне, в деревне новичков. Давай, короче, так и сделаю, а? Я сейчас, короче, вот здесь вот сейф сделаю. Вот номер 2 нас зовут. Ну, то есть он, конечно, так и есть, номер 2. У кого-то из вас он, по-моему, продается. У тебя, по-моему, да? Вот он. То зубр, 48 тысяч. А, чтоб тебе такого продать бы, а? Стимпак. Ну блин, братан, ну не ломай ты кайф, а. Фотку. Блять, водка у тебя вообще дешево покупается. Слушай, я... Он весит до хрена, да? 46 тысяч. Он хочет 48 тысяч. Гранатки. Ну блин, братан, ну что-то вообще не по кайфу. Привет, брат. Привет. Блин, ну как мне тут заработать, а? Тут поблизости вообще ничего нету такого. Типа, может, у кого-нибудь... Уже, там забес. Сейчас мы, короче, пособираем, может, какие стволы.
И с кем вы там воюете? Бандюки? Да вот эти бандюки. Мужик, ты расслабься. Все там будем. Блин, я хотел его облутать. Взяли, казнили человека. Ну давай всякое, я не знаю, наберу там с него. Пойду с этих наберу. Сейчас продам, выкуплю ТОС. Сдам его по квесту. Надеюсь, он того стоит по деньгам. Так, ничего нету. А, патроны вот эти давай. Нашивки. Нашивки мне там тоже, по-моему, нужны были. Тоже по квесту. Слушай, я вот так могу? У тебя там нашивки нет, он уже сразу ее стирает. Извиняюсь, все еще болею, вот кашлю. О! Давай, один тост на другой меняю. Да, смотрите, у меня все еще перевеса нету прям. А ты с кем там воюешь? Ну-ка, ну-ка, давай-ка глянем. Ну слушай, мы сейчас тут денег наберем нормально, мне кажется. Должны, по крайней мере. Так, тут же больше никого нету. Вроде никого. Давай вот это вот сюда добро бери. Вот это вот. Все, давай продаваться. Идем. Радиация не сильно хапанул. Так, и он пить хочет опять. Ну что, попьем. Что делать? И, кстати, защита от радиации, смотрите, какая вообще там. До хрена ее. Я ж не самая топовая, потому что костюм не самый топовый ищу. Ну и противогаз тоже. Ну, оно такое, хорошее у нас. Держать должно. Постреляли немного бандитов со сталкерами. Давай еще один сейф, короче, сейчас тут вот номер два. Надышится пускай только. Так, давай, забирай все это добро у меня. Уж мне надо выкупить ТОС. Вот это забирай, вот это вот все забирай. Патроны ненужные забирай. Вот это вот тоже не особо мне надо. Па-па-па-па-пам. Вот это, ну, я даже не знаю. А хавки у меня хватает, слушай, нафиг мне это вот все надо. Вот это вот забирай ненужное. Сойдет, сойдет. А, братан, слушай, у тебя тут тост такой был классный. Брать рюкзак, подарить. А где тост, слышь? Привет, кого там тост был? У тебя тост? Или у тебя? Слушай, все вопросы к главному. Где тост, блядь? Слышь? Дядька, у тебя за спиной, что ли? Так, не то, что не обидится. Да, я понял. Он, короче, себе его в основное оружие взял, и сейчас я не могу ничего с этим сделать.
Да, он его взял как основное оружие. Блин, братан, я хотел у тебя его купить. Чем за такие хорошие деньги купить? И что мне делать теперь? Слушаю тебя. Па-па-пам. Не, ну я могу сейчас пойти там с трупов подлутать какой-нибудь там... Чуть получше, типа, оружие, которое он посчитает. Он возьмет его в руки, а тот переложит, наверное, себе в инвентарь. Есть вероятность, типа, так сделать. Типа, пофиг даже, если оно там раздолбанное будет. Вот СКС-ка, я не знаю. Типа, может, он посчитает его лучше, этой СКС-ки. Я просто попробую, я не знаю, что с этого выйдет. Ой, блядь, тут сейчас выброс еще. Мы сейчас пойдем в подвале, спрячемся. Что у нас тут? Патроны старые. Да пофиг, на продажу пойдет. Так, ну чё, пока остановлю серию, да, потом склейку сделаю. Так, ну чё, выброс у нас уже закончился почти. Вернее, как почти, закончился он. Конечно, там ещё колбасит немного, но сообщение выдало, что уже закончился. А вы там, братва, уже как? Вы там где? Вы где, кстати, попрятались там? А вы тут стояли, да, всё это время, что ли? Слушай, дружище, смотри, что у меня есть. Беру такой, выбрасываю. Ну, он ее подобрал, но не заменил. Он подобрал, но не заменил ее. Уа! Пернач. Давай еще так попробую, если что, сейчас загружусь. Подберешь? Слушаю тебя. Не подобрал. Ладно, ну, блин, ну, жалко, обидно, конечно. Ну, хотя мы тут денег подзаработали, уже там какую десятку точно получили. Все, ладно, нам погнали в темную долину, может, потом там все это дело как-то у него рассосется. Не факт, конечно же, но попробуем, посмотрим. Ну просто так его не вовремя себе в руки взять решил. Вообще не вовремя, я бы сказал бы. Кстати. Сейчас тут мы либо на бандитов, либо на торговца наткнемся, охотника. И охотник, по идее, где-то тут должен быть, в этом в ангаре, в депо. Сейчас посмотрим, то есть, обитает. Вот вы вот кто? Я не знаю, вот кто вы. Вы ж не бандиты, не? Так, я, кстати, котика слышу. Так, ну он вроде это, не как-то агрессивно не реагирует на меня. Давай, прикупить бы у тебя. Вот, ножи для разделки, охотничий нож. Давай охотничий нож возьму. Свой, я не знаю, я тебе подарю, наверное. Вот и все. Можно спокойно лутать теперь мутантов. Да, да. Работа, может, тебе охотник. На свалке себе нормальная газировка. Давай. Работа, мясо псевдособаки, еще. Ничего не может.
Вот там, короче, мутанты обитают, да? Блин, мне сейчас в противоположную сторону, конечно, идти. Ладно, давай уже. Сбегаю по-быстрому. Как бы деньги это все дело не лишнее. Блять, кто там еще? Это, блядь, Химера? Нет, это, как его, блин, как она, короче, из метро. Хрень. Блин. Кикимора, во, Кикимора. Вспомнил. Все. Так, ножичек возьмешь? Сейчас мы тут посрезаем. Все в дело пойдет. Опа. Все ДПС. Что-то у вас тут мутантов развелось, я смотрю. Я уже привычный просто нажимаю эту. Alt. Чтобы замедлить немного время. Так, и много там патронов настрелял. Ну, еще есть запас. На пол армии хватит. А музыка, 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 музыка. Давай потише. Где там эти мутанты обитают? Ну, с другой стороны, короче, этой мусорной кучи. На зомбаки. На вас пули тратить жалко, если так честно. Сейчас, подожди, приятель. А что если я тебе в ногу выстрелю? Ну вот и все, задание выполнено. Ну, слушай, а с них аптечки нормальные падают. О, бинтики есть. Даже хорошо, бы сказал, бы падает. То, что нужно. Ну чё, тост у тебя там не появился, нет? Мой. Который я тебе купить хотел. Или ты рад его зажал? Так, а тут же не, одно, еще одного торговца не обитает, нет? Вроде нет. О, патрики. Что-то еще подобрал. Крепкий энергетик подобрал. Ну, сейчас быстро проверю, потом к охотнику слить и пойти дальше по заданию на агропром. Ну, привет. Давай, 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 давай. Так, не ты. Где торговец? Где торгаш? Наверх ушел, что ли? О, появился. Так, подожди, давай, сейф. Сейф. Тройка, ладно, пускай будет тройка уже. 53 тысячи. Давай, покупаю. Ебать. Так, запомнили, 53 тысячи. 53 косаря. Извиняюсь, все еще болею.
63 косаря. Взяли его мы чисто для квеста. Давай, пошли, 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 пошли. Стилим сейчас части мутантов не нужны и заберем награду за квест. Фух. Это долго весь там вообще стоит, смотрите. Так, я выполнил задание. 8250. Так, давай части мутантов эти скину, блин, не нужны эти. Вот это, вот это, вот это. Вот, плюс еще 5 косарей. Плюс 21. Плюс 21. Ну, с этого типа можно больше частей мутантов налутать. И стоит он, в принципе, 4222. Хочу ли я его? Пофигу, не хочу, наверное, пока что. Хотя с мутантами вот так или иначе сталкиваемся, типа больше частей лутать. Даже не знаю, что он стоит на этот вопрос. Погнали пока на Агапхом. Задания сами себя не сделают, да? Давай, 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 давай. Я знаю, ты сможешь. Хоть запыхался, но сможешь. Пыхтачок. Па-па-па-па-па-па-пам. Давай, погнали. Так, если не секрет, в каком тут направлении нам? Вот сюда и как-то вот налево. Почти сразу же, да? Так, и музыку давай, музыку. Вырублю. И потише, по крайней мере, сделаю, не вырублю. Слышу. Еще. Музевич. ТКТ они реактивные. И столько патронов на вас потратил. Барсик, барсик, блин. Хороший котик. Все патроны у меня отъел, блин. Так, что-то пушка опять 94. Ты при 90, да, процентах? Ну, давай еще посейвлю немного там. На какую-нибудь небольшую перестрелочку. Тушканов еле, я смотрю. Коты. Так. Где-то тут. Тут. Обыскать. Да, где-то тут. А вот это вот все заберу. У нас опять перевес. У нас опять перевес. Хотя патроны-то мои. Что-то зарядим магазин. Па-па-пам. Куда дальше? На болото, наверное, да? Да, на болото. Погнали на болото. Просто, ну, блин, я вроде с доком говорил.
Он мне говорил, типа, иди такой на агропром. Подземелье агропрома тебе надо. Я не знаю, может там, конечно, что-то так не удалось у меня. Костолом. Слушай, а у меня есть детектор хороший. А у меня нету этого, симка. У меня симка с собой нету. Так, на болото. Мне вот прям туда надо. Ух, показалось, что я уже почти в аномалию улетел. Че, по радиации немного. Совсем немного. Так кто там? Это мистер Снорк. Ну чё, как пушка идёт? Нормально? Правда, у меня сейчас почти не осталось ни патронов, и он почему-то не хочет перезаряжать. Типа одного и того же типа боеприпасов. У меня, конечно, есть идея, типа, что можно сделать, чтобы потом не встретить плохую ситуацию. Разрядить, да, один патрон оставался. Так он перезарядит. И он зарядил один патрон. Па-па-пам. А как, подожди, поменять тип боеприпасов? Управление, клавиши. Оружие, оружие, оружие. Приблизить режим стрельбы. Следующий. Глушитель. Огонь. Тип патронов Y. Давай ты вот эти зарядишь, а не тот один боеприпас. Конечно, там бронебойный или какой-то, но... Ну, типа, вообще пофигу. Лучше 30 патронов иметь каких-нибудь ПС-ок, чем... А здесь кто приуныл у нас? Чисто небо, вес вообще приуныл тут. Чем один там бронебойный в магазине. Так, я там с военными не в ладах, ты шветушка, и начнешь по мне стрелять. Это вот мне туда прям, через аномалию, да? Ну я, наверное, ее обогнул. А чем я там так перевешивает? Аж на 4 килограмма. Ну это вот симк, наверное, вот этот закрытый кейс, 7 кг весит. А кто мне, кстати, давал на него квест? Это на баре давали, да? Уа! Ну, блин, придется с ним потаскаться. С перевесом этим. Так, нам сюда, да? На болото. Да, нам сюда. Ну что, потаскаемся. Потаскаемся уже, наверное, в следующей серии, да? Вот. Ну а с вас, короче, ребят, лайки, подписки. Все, увидимся в следующей серии. Всем пока.